Случай с застреленным в Вережинах ребенком, которого нашли в местном колодце, открывает топ самых просматриваемых репортажей нашего канала. Преступление с многочисленными знаками вопроса собрало почти 1 000 000 просмотров на странице ТВ8 в Фейсбуке. Пушкетура фост в партия стынга. Numai decât cu mâna stângă trebuie să ții rană. Cu mâna dreaptă trebuie să scoți apă. Nu putea să ții cu mâna dreaptă, să scoți cu mâna asta. Один день из жизни учительницы с 30-летним стажем и зарплата всего в несколько тысяч леев, но с неиссякаемой жаждой жизни впечатлила более 500 000 пользователей. И на чьи ора вать стрезит? Ничего, шас. Для деменяца требует, если ты скользь, или решишь, как вать. E o muncă titanică. Dacă un salariu tarifar este de 2955 de lei, 11% cam cât va fi. Plus la aceasta se mărește suma de impozitare. Стихотворение, которое одна из участниц протестной акции против введения смешанной системы голосования посвятила лидеру демократов Владу Плохотнюку, собрало более 450 тысяч просмотров. Кумбала! Фрика астой, сыну я салуми, ампяце, орет тямы, шиестен ум. Așa ești tu, un cancer netratat între popor. Гуляние священников в пост собрало десятки тысяч просмотров. Местные жители праздновали день рождения архимандрита Николая Рожки, духовника монастыря Чуфля. Также интернет-пользователям понравились сюжеты о роскошных машинах священников, о необычном водителе троллейбуса, но и о смерти Андрея Брагуцы, жестоко избитого в полицейском изоляторе. В следующем году мы обещаем быть еще лучше и готовить для вас качественные материалы, интересные и беспристрастные новости.